Йоу, друзья, всем привет, с вами Кочи. Сегодняшний видеоролик у меня будет про водолаза Романа Краснощекова. Да-да, того самого, который приезжал на прямой эфир к Андрею Малахову и рассказывал, как они искали тело Влада, как им вообще говорили. Мол, сидите на берегу и просто делайте вид, что вы ищете вообще человека, да, то есть просто делайте вид, что вы работаете. Ведь на весь отряд у них была одна ласта и очень старое оборудование. Просто, понимаете, делайте вид, что вы ищете человека. Это вот так у нас вообще государство относится к тем людям, которые пытаются принести благо обществу, которые ищут пропавшего человека. Ну, а как я вам ранее уже говорил, я считаю, что Влада Бахова убили. Смотрите мои прошлые видеоролики. Опять же, это лишь мое субъективное мнение. И вы прекрасно знаете, что потом, когда водолаз вернулся обратно домой, у него рядом с домом установили взрывное устройство. И потом уже выяснилось, что это вообще граната. Умерла собака, и дальше уже все разворачивается так, как будто сам водолаз подорвал свою собаку. Вы только вдумайтесь. Установленное взрывное устройство у дома одного из водолазов Романа Краснощекова, который вместе со своими коллегами и друзьями не побоялся приехать в эту студию и рассказать правду о том, что на поиски их отправили не только без специального оборудования, на всю команду была только одна ласта, но и без официального разрешения на участие в поисках. И вот после этой самой передачи Краснощеков вернулся домой. И вот теперь представьте себе, он сидит дома и думает, блин, что же такого сделать? Берет гранату и подрывает свою собаку. Вот, ну, это же бред. Если вы смотрели на то, как разговаривает Роман, то по нему видно, что, ну, он не такой человек. Опять же, да, я не умею определять людей. Никто на самом деле не может сказать, хороший это человек или плохой. Но сложно поверить в то, что вот человек сидит и от нефиг делать идет взрывать свою собаку. Вот, ну бред же, да? И к тому же, я вам дальше включу видеоролик, вы можете внимательно его посмотреть, и вы поймете, что его заставили признаться, что это не он подрывал свою собаку, опять же, я так считаю, а что его заставили признаться, что именно он это сделал. Узнали в ходе допроса. Взрыв произошел. Взрыв чего произошел там? Граната. А граната откуда появилась? Гранату нашел у себя в гараже во время ремонта. В каком гараже? Место? Поставил чайник, сделал чаю, дверь закрыл и, ну, лег накрывать. Ну, и, в принципе, еще терзали меня сомнения, совершит ли этот поступок. И вот, кстати, Стас Советов, один из друзей, в кавычках, разумеется, Влада Бахова, у себя в Инстаграме совсем недавно, прямо в прямом эфире, заявил, что водолаз кинул гранату в свою собаку для того, чтобы хайпануть. То есть вы представьте себе, чтобы поймать хайп, он подорвал свою собаку. Ну, это так думает Стас. Ну, сам себя подорвал, да, на самом деле, звучит глупо, но он же не себя подорвал, а выкинул эту гранату или устройство, это взрывное, я не знаю. Ну, вы же представьте, какой бы это хайп он словил, если бы доказали, что это не он сам, а ему поставили растяжку, вот только он попал на телеканал, на всероссийский канал. Вот знаешь, Стас, исходя твоему ответу, можно сразу понять, какой у тебя уровень IQ. Вот, друзья, вы просто еще раз посмотрите на водолаза. Прям видно, да, что человек хочет хайпануть, и ради хайпа он специально подорвал свою собаку. Я уверен, что он даже не знает, что такое социальные сети, что такое YouTube и Instagram. И он пришел к Малахову не для того, чтобы хайпануть, а чтобы просто рассказать людям правду, как на самом деле проходили поиски Влада Бахова. А Стас, блин, несет просто такую ересь. И еще он также сказал, что Бахов вообще является наркоманом. То есть он не привел никаких пруфов, никак свои слова не подкрепил, но говорит, что Влад наркоман. Понимаете, да, я думаю, они сделали это специально, чтобы если, не дай бог,
когда будет проведена тщательная судмедэкспертиза и выяснится, что в теле Бахова действительно присутствовали наркотики, чтобы они все разом, вот эти вот друзья в кавычках Бахова, сказали, а он просто наркоман. Поэтому в его теле обнаружили наркотики. Ну, это чтобы их не наказывали за то, что они ему подсыпали наркотики. Чего ты взял, что он был наркоманом? Ну, как? Ну, это не секрет. То есть у нас как каждые выходные, каждую субботу в городе проводятся дискотеки. У нас происходят дискотеки. И он неоднократно появлялся на них в неадекватном виде. Именно не пьяный, а именно под чем-то. Вот ты знаешь, Стас, у себя в группе вы называете меня хайпажором. И я ведь этого даже не скрываю. Я действительно хочу, чтобы мои ролики хайпили, чтобы их посмотрело как можно больше людей, чтобы они знали, какие вы уроды. Я добиваюсь общественного резонанса, поэтому, опять же, меня это никак не задевает. Но когда вы называете Романа Краснощекова хайпажором, который вообще даже не знает, что такое блогсфера, то есть, ну, вы вообще хоть немного можете соображать, да, что вы вообще говорите? Вы такой бред иногда несете. И я вообще считаю, что прежде всего в эту историю не просто должен, а обязан вмешаться Андрей Малахов. А то как получается, человек пришел к нему на передачу, он рассказал всю правду, а дальше человека просто-напросто закроют. И я уверен, что Малахов прекрасно знает, что случилось с водолазом. Ну почему-то Малахов молчит до сих пор. Я призываю, если Малахов сейчас смотрит мой видеоролик, чтобы вы обязательно вмешались в эту историю и действительно разобрались, что там произошло, нашли истину, чтобы вы поговорили с этим водолазом один на один. Ведь он же к вам пришел на передачу, он думал, что вы ему поможете, но что вы сделали? Вы просто его оставили, вы молчите, вы играете в молчанку. Я специально, опять же, записываю этот видеоролик. Я надеюсь, что его посмотрит Малахов, и он обратит на эту ситуацию внимание. Братья и сестры, ну а с вами был Кочи ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что YouTube сейчас редко уведомляет вас о моих новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался YouTube. Всем спасибо, пока-пока!